25 лет тюрьмы получил израильтянин арабского происхождения, который в 2012 году устроил взрыв в тель-авивском автобусе. Житель арабской деревни Бейт-Лакия Мухаммед Мафарджи ранее на суде признался в покушении на убийство израильтян, участии в преступном сговоре и пособничестве врагу во время военных действий. ЧП произошло на шестой день после начала военной операции Цахала «Облачный столб» в секторе Газы. По данным следствия, 21 ноября 2012 года Мафарджи оставил сумку со взрывчаткой в рейсовом автобусе. Взрывное устройство привели в действие его сообщники с помощью мобильного телефона. В результате пострадали около 30 человек. Вскоре после ареста Мафарджи были задержаны еще трое человек. Напомню, сам Мафарджи был приговорен к 25 годам тюремного заключения.